час ночи. 1 марта 2021 года. Я все никак не могу уснуть. Когда-то в нашей семье появилась чудесная, хоть и немного глупая собака по имени Боня. Это непередаваемое чувство, когда ты хочешь собаку, и тут она тебе появляется. Ты начинаешь с ней играть, гулять, бегать, заниматься. Она растет на твоих глазах. Мысли сейчас идут сквозь меня. Немного я могу не сказать. Но все мы знаем, что это была часть нашей семьи. Наша собака — это часть нашей семьи. И то, что ее сейчас с нами нет, очень угнетает меня и всех нас. Мы просто хотим сказать то, что мы любим эту собаку, и ничего не может быть лучше, чем если бы она сейчас появилась рядом с нами. Да, может быть, мы не давали ей столько любви и ласки, сколько она хотела, но это была наша собака, и мы ее любили всем сердцем. Нельзя передать те эмоции, когда ты понимаешь, что рядом с тобой ее нет. Она... Мне тяжело говорить. Просто это та собака, которую я люблю. Любила и буду любить. Больше мне нечего сказать. Навсегда в моем сердце.